Более 60 молодых волокжан, студентов, жителей Заречья вышли на субботник в своем микрорайоне. Они привели в порядок березовую рощу на берегу реки Вологды. Напомним, это очередной молодежный субботник. Они будут проходить в Вологде до конца октября. Подробнее Мария Суворова. Мы прибираемся, убираем листья, окурки, мусор лишний. Это березовая роща на берегу реки Вологды – место, где гуляют родители с детьми, отдыхает молодежь. Излюбленный для отдыха уголок Заречья. За лето здесь накопилось много мусора. Убрать его решили все вместе. Неравнодушные жители микрорайона, а также студенты. Мы сегодня пришли всей группой, как бы, чтобы было красиво. Мы здесь более часто очень ходим. Вот так на прогулку, так прогуляемся. Все-таки все равно же приятнее, когда идешь по-чистому. Помог с организацией генеральной уборки молодежный центр «Горком 35». Это уже не первый молодежный субботник. До этого активисты центра объединяли усилия с жителями улицы Конева, чтобы привести в порядок Асановскую рощу. В планах уборка зон отдыха и в других частях Вологды. Порядок у человека начинается с порядка на территории, на которой он проводит достаточно много времени. Именно поэтому мы привлекаем молодых жителей к тому, чтобы они прибирали территорию, на которой сами, собственно говоря, и гуляют, и ходят каждый день. Основной мусор – пакеты и упаковки. Все то, что оставляют или бросают люди. Это вопрос не только чистоты, но и экологии. Пластиковые бутылки и полиэтиленовые пакеты попадают в реку и в почву. А это ухудшает экологическую обстановку. Я считаю, что город убирать надо. Тут грязно было, когда мы пришли. Ну, сейчас уже довольно-таки чисто. Много мусора вынесли. Мы ежегодно и весной, и осенью присоединяемся к уборке территории, как около моста 800-летия, так и в любом участке города, в парке мира, каждый год у нас. Поэтому считаем, что чистота – залог здоровья, естественно, и чтобы город наш был естественно, чистым. Молодежные субботники, которые проводит Горком 35, стали по сути началом большой генеральной уборки Вологды. К зиме до снега город необходимо привести в порядок. Официально акция стартует 1 октября и продлится месяц, а на 4 октября назначен общегородской субботник. В нем смогут принять участие все волокжане, независимо от возраста, было бы желание. В этом году у нас определены 6 основных точек, на которых, значит, будут работать люди. Это у нас парк Евковка, Асановская роща, Ковыринский парк. Также, значит, приглашаем на работы на Веденское кладбище, в сквер ДКЖ и парк 50-летия октября. Также приглашаем все население выйти и прибрать свои дворы и подготовиться к зимнему периоду. Внести свой вклад в благоустройство города и присоединиться к уборке могут все желающие. По всем вопросам можно обращаться в управляющие компании и департамент градостроительства и инфраструктуры администрации Вологды. Мария Суворова, Михаил Прищев, Вологда Портал.